Как уже сообщалось нами ранее, власти Франции запретили мусульманам проводить массовые моления на улице. В настоящее время известно, что мусульманские ассоциации пришли к соглашению с префектурой о переводе большой пятничной молитвы в здании бывшей казармы, расположенной в трех остановках метро на бульваре Нии. Помещение вмещает 2500 человек, что не позволяет принять всех верующих. Поэтому за стенами казармы расстелили ковры для тех, кому не хватало места. Но решение это временное, так как в 2013 году планируется постройка Института исламской культуры.